И все же золотое правило – чисто не там, где метут, а там, где не мусорят, никто не отменял. Согласны ли с этим жители городца и как они оценивают чистоту в городе? Ну, в центре чисто, а на окраинах, по крайней мере, грязно. А что нужно сделать, чтобы вот чище в городе было, как вы считаете? Руки приложить. Каким образом? Как, работать надо. А как работать? Ну, субботник устроить надо, во-первых. Ну и коммунальщикам получше работать. Я считаю, что пока недостаточно чисто, но хочется надеяться, что ближе к зеленой травке все вычистят, все уберут, и будет у нас красота и порядок в городе. Если каждый житель выйдет и внесет свой труд в это, у нас будет красиво в городе. Чтобы была чистота в городе, надо в свое время убирать снег. Это во-первых. А во-вторых, нужно людям к этому относиться маленько по-другому. У нас сколько угодно сидит человек, покурил, бросил, съел конфетку, обертку, бросил. Во многом еще у нас город захламлен из-за самих же жителей, которые не хотят за собой следить. У себя дома это... После этого только пьяница может окурок бросить на пол. Все люди нормальные окурки кладут в этот. А здесь они считают, вот смотрите, пример вам недалекий, вон все навалено. Ведь это не дядя с Луны кинул, а сами же жители. В основном все-таки же более-менее чисто. Единственная грязь всегда на автостанции. Вот. И снег плохо убирают, и грязь плохо убирают. Вот а это, что конечно, нужно сделать, чтобы было чисто, действительно? Чтобы было чисто. Почаще просто снег поубирать на автостанции. Вот. Тогда снегу не будет и чисто будет. Ну и за этими щерками чистить почаще. А кто вот это должен делать? Только ли коммунальщики? Конечно. А может, население тоже как-то? Ну нет, все-таки здесь центр города должны коммунальщики делать, никак не жители. Жители около своих домов должны убираться, уборку делать. А убираются? Ну, сейчас больше дворники. Надеемся на дворников. Ну, стараются, наверное, эти начальники-то. А мы-то что? Мы ходим, прошли, да и ладно. Ну, чисто в городе, конечно, чисто. Особенно в центре стараются. У нас вот у дома всегда подметают, всегда наводят чистоту. Такая идеальная чистота у домов, у подъездов. Так что... Все, вроде бы, стараемся сами-то не мусорить. Площадок у нас детских вот наделали. Две площадки в микрорайоне в Матренино. Очень хорошие. В городе довольно чисто, но в домах, где улицы сами, стоит почаще убираться все-таки. Потому что после снега много мусора. А вот что нужно сделать, чтобы чисто-то было? Ну, мне кажется, надо персонал увеличить у муниципальных учреждений. Коммунальную службу. Коммунальную службу, да, господи. Обязательно. А население вообще должно участвовать в уборке города? Субботники имеете в виду? Ну да, я считаю, да, стоит. Сами бы приняли по участию? Конечно. Чтобы было чисто, надо убирать. Вот, и сегодня утром я была приятно удивлена, когда заметила, что все-таки обкалывают лед по краям дорог, убирают грязь, которая с зимы от посыпки осталась. Нужна система, нужна работа, и все, и будет чисто.